Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Это урок номер 14. Мы продолжаем с вами разбирать тему Woodmart. В этом видео мега-меню. Давай сначала посмотрим предварительно, как это выглядит в теме Woodmart. Здесь у меня есть демо-сайт. Вы можете вот создать вот такого плана, то есть это у нас называется мега-меню, когда меню может быть разбито на несколько колонок, когда в меню может присутствовать либо картинка, либо товар, либо, как вот здесь, допустим, карусель товаров, еще снизу информация. И также для верхнего меню тоже это все мега-меню. Давайте одно из таких попробуем реализовать, чтобы вы понимали, как это здесь делается. А когда мы это реализуем, мы поговорим о том, что... Ну, то есть, так здесь устроено на мобилке, на мобильном устройстве. Такое меню, конечно, оно не сможет так красиво выглядеть. И там будем действовать обходным путем. Я покажу, как в итоге обойти эту ситуацию, чтобы сами пункты меню на мобилке тоже отображались. Но, конечно, это уже не будет выглядеть вот так вот, как это выглядит на компьютерной версии. Итак, я перехожу в админку своего тестового сайта. Давайте сначала реализуем. У нас это мега-меню, оно реализуется через HTML-блоки. В данном случае я использую конструктор Elementor, значит через него. А потом, когда HTML-блок будет готов, мы подвязываем его к пункту меню. Все достаточно просто. Мы уже ранее в уроках касались этих HTML-блоков. Переходим в HTML-блоки, создаем новый. Заголовок пишем мега-меню. Если вы планируете к разным пунктам меню создать такие мега-менюхи, тогда, соответственно, называйте их так, как вам было потом удобно ориентироваться, где какое мега-меню к какому пункту подвязано. Этот заголовок вам виден не будет пользователем. Значит, создали заголовок, нажимаем «Опубликовать», а теперь мы нажимаем «Редактировать в Elementor». И те, кто знаком с Elementor, понимают, что здесь вы можете крутить-вертеть, колонки создавать, как хотите. Я сейчас буду создавать колонки, и чтобы не затягивать видео, я это сделаю в ускоренном режиме. Итак, вот что-то похожее у меня получилось, как на демо-примере. Здесь я использовал просто слайдер товаров. Мы уже этот виджет с вами смотрели ранее в уроках. Здесь ничего сложного в принципе нет. Это все у нас менюшки, да? Здесь вы просто потом пропишете. То есть, когда вы это создадите, потом вы создадите все эти категории товаров и ссылки прописываете. Каждую, то есть название, пишите ссылка на категорию товаров или ссылка на любую страницу на сайте. Я думаю, что здесь вы разберетесь. Сохранились здесь.
Здесь настраивать мобильную версию нет смысла, потому что так здесь заложено в Удмурте, что этот такой замечательный красивый блок на мобилке у нас мог бы смотреться нормально. Мы могли бы здесь настроить мобильную версию, но он у нас не выводится, поэтому мобилка будет выглядеть совсем по-другому. Итак, мы с вами сохранились. Теперь здесь я нажму «Выход», пройдем в меню, перейдем с вами к категории товаров. У меня здесь не выбрано было. И, допустим, вот к часам хочу вывести мега-меню. Здесь я выбираю «Установить размер». Ну, здесь на самом деле надо смотреть от вашего меню, какое вы меню сделали, играться с этими размерами. Я делаю, как в демо, 835 и высота 10. Далее выбираем наше мега-меню. Вот оно здесь в списке, это HTML-блок. И нажимаем «Сохранить». Итак, смотрим. Я сделал по клику. Вот у нас она открывается. Здесь слайдер. Можно сделать, чтобы он автоматически здесь перелистывался. Вот такой примерно у нас мега-меню. И по аналогии вы можете делать разные сюда. Все, что угодно можно сюда вставить от Elementor. Другие менюшки, они поверх всплывающие. Открываются. Вроде здесь все хорошо. И теперь с мобильной версией, да, такой лайфхак. Что делать? Потому что она просто тупо не отображается. Если мы сделаем сейчас мобильное устройство. Видите, у нас даже нет стрелочки, как вот здесь. Для часов. И получается, будем делать по аналогии вот так, как здесь сделано. То есть вот оно мобильное меню. Оно будет выглядеть только вот так. Переходим в меню. Для мобильного меню, если вы используете вот такое мега-меню, то нам нужно создать новое вот здесь меню, которое будет назначено только для мобильных меню. Нажимаем здесь «Создать новое меню». Название. Называю его «Мобильное меню». И нажимаю «Создать меню». Можете даже здесь подписать «Мобильное меню категории товаров». Потому что у нас же с вами есть просто меню, которое выводится, и как бы все хорошо. А есть вот категории. И получается, все, что есть для категорий, категории, вы все абсолютно переносите в мобильное меню также. И все, что подпункты идут вложенные для часов, вы, естественно, здесь у вас эти категории уже будут. Я для примера просто возьму наобум разные страницы. И вы просто для часов вот так вот сделаете обычным образом мобильное меню. И потом сохранитесь. Да, но оно еще у нас не будет выводиться. Нам нужно это назначить. Те, кто уроки все мои смотрел, знают уже, как это делать. Я напомню. Переходим в Удмурт конструктор шапки. Заходим в нашу основную шапку. Переходим в Mobile. Мобильное меню. Заходим. И вот меняем сейчас категории на мобильное меню категории. По идее, вот так вот должно быть. Сохранить, сохранить. Смотрим через имитацию мобильного устройства. Получается, вот часы. Вот у нас будет вот такое мобильное меню. Простое. На компьютере же у нас с вами вот такое мега-меню. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов, но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим
а дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Thank you.